слину чужую пробил. Слишком много тебе вредно для глаз. Interesting. Great find. Thank you.
Посмотрите, что-то обучающее for a change. Города, побратимы, Владивосток и Сан-Диего. Вот это да, Сан-Диего. Эти дряни. Полегчало уже. Полезная вещь. Это кстати. Пищ good stuff.
сгодится. Надо искать другую дверь. Ага, пригодится. Спасибо, Йорф.
Винтовку заклинило. Опять ты? Да, я. Лэнс Корпорал Сэмюэл Тейлор, US Marine Corps. Ну, спасибо, дядя Сэм. Эдуард Баранов, бывший капитан. Очень приятно, Эд. Как ты в эту переделку попал? Это один из моих причалов. Обычно ловушек внизу хватало. Местные уроды давно поняли, что ко мне лучше не соваться. Идем, пока новых не набежало. Тупые твари. Сколько ни убивай, они все лезут. Сэм, помоги-ка отодвинуть. Взялся? Давай!
справились. Ох, все болит. Ну ничего, главное, живой остался. Так на чем я? А, ну вот. А тут к бандитам из Дома культуры важные гости приехали. Сходка главарей, похоже. Ну, хозяева и расстарались. Прогнали уродов из соседних развалин, чтобы не мешали. Вот эти лишенцы сюда явились в полном составе. С одной стороны бандиты, с другой местная стая. Деваться некуда. Полезли наверх. Я бы отбился, но клин поймал неудачно. Понимаю. Скажи, Эд. У Тома был? Да, он предлагает сделку. Да, сделки он любит. Эх, старость не радость. Ладно, спаситель, будем отчаливать. Прошу на борт. Нам еще до места добраться надо. Скажи, Эд, что тут произошло во время войны? Попаданий по городу вроде не было, так откуда такие разрушения? По городу не было, да. Зато по морю были. Аккуратненько так, прям по линеечке. А мы не стреляли даже. Все цели и основные, и запасные без нас отработали. Мы запросили указаний, но ответа не получили. База, понятно, была уничтожена. Пошли сюда. Все-таки штаб здесь. Ну а как добрались, города не узнали. Тогда, понятно, все еще хуже было. Как вспомню запах. Выживших было мало, да и те, честно говоря, непонятно, как уцелели. Мы их с высоток поснимали, организовали кое-как. Ну и устроились в доки. В общем, неплохо даже устроились. По крайней мере, электричества хватало с реакторами-то. А когда топливо выработалось, мы уже были готовы. Обзавелись плавучей электростанцией. Вот об этом богатстве слухи и пошли. А на них, понятно, явились бандиты. А потом и Том нарисовался. С предложением объединить силы и организовать эффективную оборону. Снайпер, ложись! Ах ты, черт! Не зацепил! Порядок! Голову береги! Ушли вроде. Видел, откуда бил? С воды гада не достать. Не надо высовываться, я им займусь. Уверен? Ну что ж, действуй. Пригодится. Дохни!
Пойдет в дело. Yeah!